Всем привет, ребят! Сегодня будем делать Ниву Шевроле, красить заднюю дверь. Вот она стоит сзади меня. Будем красить заднюю дверь. Буду снимать, показывать. Видите, что долго не выходили ролики. Я болел. Это недели полторы лежал. С температурой, ангиной и так далее. Сейчас я переоденусь и начнем заниматься дверью. Тут она не мятая, машина, ничего. Нужно просто зашкурить, загрунтовать, замыть и покрасить. Буду красить, буду вам все показывать. Так, ребят, разбираем до конца дверь. Снимаем молдинги всякие, вот эти вот штучки такие. И будем мы шкурить дверь. Потом мы ее зашкурим. Возьмем газету, бумагу, скотч. И будем облеплять уже. Так что смотрите. Так. Взяли мы, ребят, грунтовки, краски на подборе. Взял я 150 грамм, взяли грунтовку под металлик. Сейчас я вам покажу, какая. Вот, взяли мы, это не реклама, просто показываю. Вот такую грунтовочку мы взяли, она недорогая, но сойдет серую. Ну и к ней отвердитель. Также взяли вот 150 грамм краски и лак. И вот такого лака взяли. Вот. И к нему же разбавитель. Сейчас будем делать, красить. Дверь я все разобрал, ручку снял, обшивку снял, все разобрал. Будем сейчас грунтовать. Ой, грунтовать. Будем зашкуривать ее. Здесь старая грунтовка. Я как-то ее начинал делать. Я как-то вам видео показывал, что начинал ее делать машину. Вот. И потом хозяин что-то пропал. Как-то все завтра, давай завтра. С деньгами как-то не было и так далее. И прошло где-то полгода, наверное. Естественно, грунтовку, которую я наносил для замывания, ее надо заново наносить. Поэтому сейчас будем это сошкуривать, грунтовку. Будем заново наносить грунт. Также будем ее замывать и будем уже красить. Ну все, ребят, смотрите, я вам все дальше покажу. Сейчас компрессор закончит орать, я включусь. Сейчас будем начинать, ребят. Шкурить. Дорогие выкопорские. Возьмем мы круг. Сейчас разбить нельзя. И от колокол готов? Готов. С криком давай. Поехали. 3, 4. Молодец. Давай еще раз. Прошли еще. Ребят, возьмем мы 400-ку и будем шкурить. Вот, притопи, Миш, притопи. Притоплю. Давай дубиной его еще нагреем. Давай, раз. А вынимать голову, правильно? Не надо, держи. Дубиной, да? Давай голову. Хорошо. Еще туда, ты его держи, Миш, я еще туда сам полезу в воду по пояс. Давай, да. Держи его. Thank you.
какими манерами будем дальше шкурить. Помогли, парни. И так далее. Будем продолжать в том же духе. Как закончу, все покажу. Так, зашкурили мы заднюю дверь. Вот. У нас, в принципе, она нормальная. Но где как обычно, где ручки, там, блин, жопа. Вон какая. Сейчас мы здесь чуть-чуть шпаклюем, выровняем и будем грунтовать. Так вроде дверь более-менее ровная, но все равно уберем вот это и будем грунтовать. Так, зашпаклевали мы, где ручка, там были такие небольшие паучки, я их зашкурил, зашпаклевал. Сейчас выровню, взял вот такую вот шпаклевочку. Вот. Ну и твердитель. Вот. Сейчас оно подсохнет. Я побольше сделал отвердителя, чтобы по-быстрому высохло. Оно подсохнет. Пока сохнет, я сейчас буду обклеивать машину. Потом я подшкурю, финишку положу, зашкурю и буду уже грунтовать. Так, зашпаклевали, зашкурили, все, паучки убрали, заклеили машину. Сейчас мы будем грунтовать, возьмем грунт и будем грунтовать. Положим два слоя грунта, потом будем замывать. Вот у нас как получается. Так, ребят, сейчас мы будем уже грунтовать. Возьмем микросапульт для грунта. Какой у нас микросапульт? Будем сейчас разводить грунт. Нифига себе, застыл как. Сейчас мы чуть-чуть отверочкой. Вроде чистил его. Должен быть нормально. Что-то застыл. О, пошло дело. Так. Здесь у нас мелочь. Вот, выльем пока сюда мы. Растворитель. Дюза у нас 1,7. Она идет под грунт. И база лак ложится уже у нас 1,4. Так, берем мы грунт, сапульт пока в сторону, шпаклевочку тоже всю в сторону пока что. Вот.
Берем мы грунт. Я же вам уже показывал такой. И будем разбавлять. Сейчас тару. Надо найти тару нам. А, у меня есть. Вот, возьмем мы такой стаканчик. Сейчас мы его сполоснем от пыли и так далее. Вот. Вот такой у нас стаканчик. Так, ну что могу? Открываем мы грунтовочку. Ну как разбавлять? В принципе, наверное, все знают. Сейчас мы ее встряхнем. И как разбавлять, я думаю, наверное, все знают. Поэтому показывать не буду. Кому будет интересно, пишите в комментарии, я расскажу. Кому будет интересно. Много его не надо. Ну, два слоя максимум. Можно три положить, чтобы уже наверняка все равно все это замывается, чтобы все поры и так далее, там маленькие сколочки, чтобы его заделать. Вот. Налил я половину пометки вот здесь. А. И потом уже будем наливать отвердитель. Сейчас мы нальем отвердителя. Добавим чуть-чуть растворителя. Чуть-чуть. Много не будем. А то слишком получится жидкий. Сейчас мы возьмем. Возьмем мы электрод. Очистим его. И им мы будем уже мешать. Тут где-то у меня уже был подготовленный, куда делся. Все как обычно, куда-то все девается. Его очистить, чтобы крошек ничего не было. Ну и мешаем. Как добьемся до того момента, который нужен уже грунту. Заливаем в красопульт и начинаем уже красить. В гараже я натопил, в гараже 25 градусов, тепло. Я думаю, высохнет он довольно быстро. Потом мы замоем. Замывать мы будем 800-кой. А лучше, наверное, скорее всего, мы можете либо 400-ку, или 500-ку, 600-ку, что-то наподобие такого возьмем. Сейчас посмотрим, как у нас получится. Так, надо добавить еще растворитель чуть-чуть. Ну и мешаем. Сейчас я помешаю и вам уже дальше буду дальше снимать. Так, ребят, ну все. Сейчас мы заливаем уже в крышопульт грунтовку. Сейчас мы, ребята, обезжирим. Возьмем вот такие салфетки.
Возьмем такую салфеточку и обезжирим. Династических банков. У нас есть определенный скандал, связанный с шоу на Первом канале, где, скажем так, их обвинили в обмане на шоу, которое ведет Якубович. Напомним, пользователи сети поймали шоу «Я могу». На подготовке парка в выпуске 22 октября Тимур Иосалиани должен был продемонстрировать феноменальную память. За одну минуту он должен был запомнить всех присутствующих в студии зрителей. Да вообще всех. А потом выбрать из 200 фотографий 10 снимков людей, которые действительно находятся на съемке. Так. Вот. Ну все, обезжирили. Сейчас чуть-чуть подсохнет. И начнем уже положить грунт. Обязательно одевайте для безопасности, чтобы не дышать всей этой гадостью. У меня вот такая вот 3M-овская. Ну, надо фильтр поменять. Фильтр уже он тут порвался. Но ничего страшного. Сказала, ну, Ольга Ковалева сказала, что действительно должна была принимать участие. Ее фотографию взяли, но она там не смогла. Так, ну все, ребят, начинаем красить. И в связи с этим, друзья, сегодня мы в теме часа интересуемся, а какие еще разоблачающие факты телевидения знаете вы? Давайте сегодня разоблачать телевидение. Давайте. Из разряда, что шоу «Экстрасенсов» Положили мы, ребят, слой. Сейчас чуть подсохнет. Положим еще один слой. Потом все подсохнет. И будем уже замывать. Здесь мы, где ручка была, мы убрали. Вмятинки все выпрямили, там ржавчинку убрали. Я думаю, пойдет для покрасочки. Вот. Ребят, сейчас второй слой положу. Thank you.
ребят, положили мы последний слой. Обязательно промывайте крысопульты. Также растворителем шот 46. Промывайте его тщательно. Грунт не так уж и нужно. Ну, крысопульт для грунта не так уж и нужно прямо тщательно мыть. Но желательно. Потому что как бы, чтобы ничего не засорялось и так далее. Я их чищу после каждой там третьей покраски. Полностью чищу их. Разбираю и так далее. Дюзу я когда помою, наливаю сюда растворитель в бачок. Дюзу бросаю туда и сверху крышечку одеваю и вешаю на место. Красопульт для покраски. Сейчас я его помою чуть-чуть. Прикурить. Оставшийся грунт, в принципе, можно вылить. Ну, я ее не держу, он мне не нужен. Он как бы там немного. Вот. Я вылью. Хотя проще выкинуть, короче. Купить новый. Ребят, смотрите далее. Буду красить. Так, положили мы первый слой базы. У нас вот как получается. Вот. Сейчас положу еще два слоя и буду лак ложить. Так, разбавили мы лак. Стаканчики у нас. Тут базу мы положили. Положили базу два слоя. И положили лака. Тоже два слоя. Сейчас все сохнет. Вот как у нас получается. В принципе, цвет, ну, почти совпадает. Я не скажу, что пипец прям, но более-менее. Вот. Лак мы вот такой вложили. Сейчас помоем крысопульт. И посмотрим, как подсохнет, как что будет. Так, ребят, ну, в принципе, на сегодня все. Машинка готова, дверь покрашена. Спасибо за просмотр. Всем пока.